Тут мыши еще один вход откопали и закрыли его орешком. Ну надо же. А я рядом стоял, даже не видел, что это вход у них. Вот орешек лежит и все. Это еще один вход они прокопали в норку. Вот злодеи какие, а. Мы, говорит, злодеи такие, просто жесть. Не, у них рядом еще вход есть, вот здесь вот под листиком. А я, говорит, вылезу, говорит. Мне интересно, как она побежит обратно. Там еще одна мышка, я, говорит, еще одна мышка, говорит, здесь. Не, а мыши по надобности, если им нужно, они выкапывают норки там, где нужно. Буквально я снимал. Мышей у себя в парке там в Коломенском. Сыпал в произвольном месте семечки сыпал. И они к этим семечкам норки прокапывали. То есть у них норка там 20 сантиметров рядом, а они прям хотят, чтобы прямо под семечками было. И прокапывали норы туда. А когда я переставал класть, они закапывали эти норы. В другом месте откапывали. И так все время. Вот она как. Там входа нету входа. Мышка испугалась, тут прохожий идет. А мышка, и вот я говорю, хода нету, она метнулась туда. Она вправо там под корнями, да. Вот туда, да, метнулась. Вот, шустрая какая. Я, говорит, шустрая мышь какая. Пить они опять не хотят. Опять холодно на улице. Ну, земля влажная. Но все равно воды-то нету. Я думал, она будет. Мыши будут пить. Прохладно, земля влажная, но воды-то нету все равно. По идее, надо же выпить немножко, по чуть-чуть. Вот если сейчас кто-то испугает мышей, вот эта мышь, которая ближе ко мне, она, ей некуда бежать будет. Та-та-та в норку, они вдвоем побегут в норку, и у них там будет затор. Это, я сколько раз там видел, как возникает затор у мышей. Норка одна, а мышей две или три вылезло, и они толпятся, начинают толпиться. У входа в норку. Комедия. А как грамотно? Кстати, тут вот эти орешки, я говорил же, белки берут орехи у меня и закапывают тут. Рядом с норкой. Вот это орех, это закопанные. Он пустой орех сейчас этот. Они сделали дырочку в орехе. И через эту дырочку съели орех. Я не понимаю, как это происходит, но по факту так, да. Если не забуду, я покажу дырочку. Ну, довольно большая дырочка, да. Но все равно это как-то неудобно есть орехи через дырочку. Норку. Вот. У них была норка вот под этими листьями сейчас, там, где червячки лежат. Там была. Но это сквозная нора была, она с той стороны дерева уводила. Еще они под корнями здесь, у них ходы. Они там постоянно тусовались. Потом они выкопали нору вот здесь, вот, под этими листьями сейчас. И все это в стороне от еды, поэтому они сделали норку поближе к еде, говорит, чтобы в случае чего сразу убежать. Вот сейчас они ломанутся, да, ломанулись. Вот. Мыша второй мышке перекрыла вход в нору, и ей пришлось под корни залазить.
Она где-то здесь сейчас сидит, под корнями. Две мышки, а было их тут пять, по-моему. Вот куда делись остальные мыши, непонятно. Вполне возможно, кстати, погибли. Это обычное дело. Это сколько раз у меня было, когда снимал мышей. Привыкаешь к мышам, они ручные, прям на руки лезут. А на следующий день... Много-много мышей. А на следующий день приходишь, там, не знаю, вместо там 7-8 мышей. Одна прибегает, а остальных нету, все. И больше не приходят они. Гибнут. У них, наверное, и норы осыпаются и заливают их все время. Очень у них тяжелая, у нас, говорит, тяжелая жизнь, говорит, у мышей. Поэтому давай сюда кедровые орехи, давай сюда. Говорят, они чуть ли не полтора года у них жизни, но на самом деле они в дикой природе где-то 4 месяца живут, и то это если повезет им. 4 месяца, это что такое вообще? Вот она села и попой вход в нору закрыла. Если бы нора была сквозная, сейчас бы мышка другая, она с другой стороны прибежала бы. Обежала бы. А так она сидит там сзади. Хвост рассматривает, наверное, мышки. Вон она, да. Я, говорит, хвост рассматривал, очень, говорит, интересно. Умыться надо, да. Но я надеюсь, на самом деле, что с мышами другими все хорошо. Что они просто куда-то в другое место убежали сейчас. И они вернутся еще. Я тут на всех мышей насыпал, а тут только две. А все-таки пьют они, да? Мы все-таки пьем, да. Как, говорит, не пить? Жизнь такая, говорит, как не пить-то? Червячки тут лежат. Кедровые орешки. Это грецкие орешки лежат. У меня мышей, по-моему, не было. Я когда маленький, у меня мышей не было, но было много хомяков. У меня почти все животные были домашние, какие можно завести, от птиц там всяких. Ёжики, морские свинки, вороны. Ворона жила у меня, да. Канарейки, попугаи. Короче, кого только не было у меня. Мышей, вот мышей не было, да. Ящерицы у меня были, рыбки, ну и так далее. Все почти было у меня. Меня спрашивают, зачем я снимаю мышей. Это многим мне нравится. Не, я согласен, когда мышь в доме, это неприятно. Но когда она дикая, я, говорит, дикая мышь, говорит, к людям не пристаю, это полевые мыши, если не путать с полевками, это полевые мыши. Они не живут в домах вообще, в принципе. Мы, говорит, в домах не живем, говорит. У нас вот норы есть, говорит. Мы в норах живем, да. Тут люди проходят, им интересно, чего это я снимаю. Вроде белок нету никаких, чего там снимать-то можно?
Ну ладно, такое видео. Убежала, да, убежала. А, третья вылезла. Ну надо же, а. А я хотел съемку заканчивать. Это что такое? Ну ладно, все. Не знаю, получится у меня орешек показать, как они выгружают. Это просто интересно. А вот тут рядом лежит. Я не буду тот трогать. Я вот этот покажу. Вот они, белки прячут. Ну-ка, фокус, ты где? Ну ладно, этот попробую взять. Только я не знаю, его этот орешек сейчас успели они прогрызть? А нет, не успели. Целый орешек, надо же. Вот так они прогрызают орешек. Не знаю, видно, не видно. Это белки прячут рядом с норами мышиными орешки. А мышка там следит, да, что там происходит. А мыши находят орехи и вот так их выедают. Вот так вот. Все, на этом все.